Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! С праздничной молитвой в деревне Уракчи развернулся долгожданный праздник. Сабантуй стал поводом встретиться за дружеским столом, угоститься чаем и пловом, отдохнуть после жарких работ в полях и на животноводческих фермах. Деревня Уракчи татарско-сарсасского сельского поселения небольшая. Здесь проживает более 200 жителей. Для них есть свои школа и библиотека, клуб и мечеть. Именно рядом с ней они и любят собираться в праздники. День Сабантуя руководство села, духовенство, почетные гости поблагодарили жителей за их труд и верность сельским традициям. Вот молодцы! Давай! Оп, молодец! Мейданда! Безнен красивый! Опа! Как и положено, в этот день на главном Майдане состоялись национальные игры, соревнования по гиревому спорту и, конечно же, борьбе. За звание батыра уракчей боролись сильнейшие борцы деревни. Абсолютным победителем всех поединков стал Ильнур Халиулин. Ему и достался главный подарок Сабантуя. Сабантуя.